домой. Лиз. Это кто такой? Сань, ты что ли, тень отца Гамлета, а? Надо же, явился. Откуда же вы явились, если это не тайное следствие? United States of America. Ну и как там у вас дела в Нью-Йорке? Окей. Окей, окей. Ой, извините, я забыл вам представить. Это турецкий Александр Борисович, следователь по особо важным делам. Привет. Александр Борисович может быть следующим интервью. С вами, безусловно. Ловлю на слове. Он всегда к вашим услугам. А сейчас, извините, у нас дела. Спасибо большое, представитель. Пожалуйста. До встречи. Я буду ждать. До свидания. Так, дела? Да. Дела. Александр Борисович, да. Вот тут дело номер один. Это дело номер один. Да. До свидания. До свидания. Это дело номер два. До свидания. Всего доброго. Санька! Ну, здорово. Слушай, только что самолет. Ирка в машине ждет. Ну, ты, конечно. Ну, понял? Сюда смотри. Америс, смотри. Ну, читай. Аль Капоне. Сам Аль Капоне носил. А теперь я ношу. Ну, не, правда, когда я ее купил, потом в магазин новый положил. Честно. Парк тоже на барахло? Не знаю, я понял. Обижаюсь, начальник. Ну, обижаюсь. На Пятой Авеню купил, а? Да что такое, серьезно? Ничего, что? Все, давай, 8. Ты, Грязнов, Шурка. Дома. 8. Окей? 8. Окей? О, yes. Окей. Bye. Так и запишу. 8.